Все твои друзья играют в GTA 5 и другие крутые игры, а у тебя на них не хватает денег? Тогда скорее заходи в мой магазин и покупай самые крутые игрушки реально за копейки. Ссылочка в описании. Всем привет, ребята, с вами Механик. Сегодня у нас криминалочка на сервере Amazing RP. Ссылка на сервер находится в описании под роликом. Это сервер 6, кстати. Также там вы сможете найти мой ник, чтобы на халяву получить 50к. Просто введите его при регистрации, и нам с вами капнет по 50к при достижении 5 уровня. Это же, по-моему, просто офигеть, настоящая халява. Вот с помощью уже некоторых ребят, которые вводили мой ник, я смог купить себе тачку. И ребята тоже смогли купить, то есть это взаимовыгодная фигня. Ладно, ребят, сегодня, как я уже говорил в прошлой серии, мы, наверное, попробуем потюнинговать москвичок, наш дрифт-пикап. Посмотрим, что тут за колеса есть на него. И что еще? Блин, там появилось... Там вход, что ли, появился в этой заброшке? Офигеть, вход появился. Так, подождите. Сейчас надо вернуть. Блин, я опять плохо пахну. Вот дичь. GPS, мне нужны... Так, наверное, общественные организации мне нужны, я так понимаю. Мне нужен номер получить, наверное, сейчас. Полицейский участок, ППС. А мне нужно... Мне, наверное, нужен ДПС все-таки, а не ППС. Общественные места. Баня, автосалон, автовокзал, Ашан, церковь, военкомат... Блин, а что же мне надо-то тогда? Еще раз, организация. Полицейский участок. Арзамас и Южный. Давайте попробуем доехать, что ли, не знаю, до Арзамаса. Можно было, конечно, сюда доехать и посмотреть, но... Ладно, давайте сейчас сюда загляну, где раньше был полицейский участок. Но, судя по всему, здесь, в этом городе уже все из него переехало. Ну, почему-то мне так кажется. Я думаю, что на это есть свои основания. Так, хотя нет, вон, смотрите, эти стоят. Может, что-то здесь и есть? Сейчас посмотрим. Ой, какой лансер красивый. Так, что-то здесь есть, смотрите. Вроде закрытая у меня машина. Идем посмотрим, что здесь у нас есть. А, нифига себе, это спортзал уже. Ёлки-палки. Прикиньте, спортзал стал. Был раньше домик для копов, а теперь спортзал. Так. Лок один и... Тарам-парам-парам. Так. Ну, поехали тогда туда. За номерами. Так, а может быть здесь где-то тюнинг есть? Потому что он-то тоже где-то здесь был. Я уже и не помню где, но где-то здесь. Сейчас посмотрим, давайте. GPS. Что тут есть вообще? Так, может быть бизнесы надо посмотреть. Пиротеха, столовая. Так, СТО. СТО. Ну-ка. Это ближайшее СТО, я так понимаю, отобразилось у меня, или какое? Ну, судя по всему, наверное, да, ближайшее, скорее всего. Поехали туда, посмотрим, что там за СТО такое. Можно ли там тюнинговать машину или нет. Хотя, скорее всего, на этой СТО можно только ремонтироваться. Ну, сейчас посмотрим. Так-с. Стоимость ремонта 2-2-2-2-2 рублей. Так мне не надо ремонтироваться, я хочу тюнинг. Ну-ка, блин. Я забыл просто, где тюнинг. Бизнесы. Так, такси. Пирог... Клуб? Клуб? Магазины, казино, столовая. Ребят, короче, я не знаю, где находится... Где здесь находится тюнинг, напишите мне. Автосалон, автовокзал, магазин одежды, баня, концертный зал, спортзал, военкомат. Страшная... Нифига, смотрите, военные что-то это самое куда-то движут. Ну-ка. Так, блин,
поехали, по-моему, куда, в Арзамас ехали, да? Да, вроде в Арзамас, сейчас поедем, посмотрим, куда военные движут. Тем более, что нам, ну, я не знаю, не прям по пути, но все равно посмотрим. Только они улетели уже куда-то. А, не, не, вон они едут. Ну, вон они едут, преследуем военных. Надеюсь, они не будут быковать на меня. Не очень бы хотелось сталкиваться с военными. Так. Попробуем ехать за ними, проследим, куда они едут. Только у меня машины не особо фигачат здесь. И у них, по-моему, было три машины, а сейчас... Да, реально, три машины, три военные тачки, смотрите. Так, надо вот так вот как бы немножечко в объезд. Только бы не перевернуться, а то будет вообще фигово. Я даже их ников, кстати, не вижу. Я не знаю, так должно быть. Но ников я их просто не вижу. Так, давай, выезжай, выезжай. Чё они остановились-то, блин? Я просто хочу выехать, ребят. Ножа, ножа, давай, 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 выезжай. Военные. И что-то тормозят они, пипец вообще, если честно. Давно бы уже... То ли они это побаиваются, ну не знаю, диверсии какой-то с моей стороны. Но я один в машине, у меня ни оружия, ничего нету. Какая диверсия с моей стороны может быть? Так. Что-то они гонки там, смотрите, какие-то устроили. Непонятно, куда идет эта дорога. Иди в жопу! Вы видели, что он начал делать? Он хотел застрелить меня просто за ни за что. С автоматом выбежал. Охренеть можно. Просто охренеть. Свалил от военных. Так, надо сюда валить. Надо сюда сваливать. Как это engine off? Поехали, поехали, поехали. Ну его нахрен. Просто чуть не отгреб от военных. При том, что я просто ехал. Блин, вы понимаете, я просто ехал. Я же ничего не делал никому. Просто ехал и все. Так, и кстати, я проехал место назначения, куда мне нужно было. Ну ладно, было хотя бы интересно посмотреть, что там происходит с этими военными. Ну-ка. Ну-ка, 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 поехали здесь, объедем все это дело. Странно, где же она находится-то? И не с той стороны, и не с этой стороны. Фиг поймешь, короче, где находится этот пункт ДПС или ППС. А, ну понятно теперь, где он находится. Надо было иначе ехать. Ну ничего, сейчас мы так вот, без палева. Без палева, вроде как по дороге едем, но на самом деле под мостом. Ну а что делать? Вот так получилось. Я как бы не специально, я просто хотел посмотреть, куда поедут военные. Это было прикольно. Так. Едем рядышком. Рядышком с мостом. Ну и визуально выглядит, как будто я по мосту еду. Смотрите, он появилась машина. Надеюсь, это не админ, который следит за мной и сейчас возьмет меня, забанит или куда-нибудь посадит за то, что я неправильно езжу. Non-RP езда у меня. По полям же нельзя кататься. Такс. Такс, 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 такс. На-на-на-на-нам. Все отличненько. Выезжаем и, в принципе, вот я уже и не нарушаю ничего. Все, езжу по дорогам. Все по красоте. Так, тут у нас тоже какая-то работа, кстати. Что за работа здесь? Не знаю, какая-то новая работа и... Придется опять мне ехать вот так вот. Ну придется просто. А что сделаешь, ребята? Ничего не сделаешь, просто придется. Тем более вот начался асфальт. Прям как для меня его проложили здесь.
Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Отлично. Вот оно уже где-то здесь рядом. Я думаю, что... По идее, должно быть не ППС, а ДПС, чтобы номера мне получить. Но посмотрим. Припаркую здесь. Что делать-то? Надеюсь, машина закрыта у меня. Так, ну давайте посмотрим. ППС. Можно ли здесь где-то получить номера? Есть здесь сотрудники где-нибудь? По-моему, надо сотрудник, чтобы был. Чтобы номера выдал. Я уже и не помню. Так. Все равно надо оббегать кабинеты. Мало ли здесь какой-нибудь там, не знаю, маркер или что там. Опа. Шокеры лежат. Просто так вот заходишь, и шокеры лежат. Такс. Ну что, нету здесь никого? Такие дела. А в туалетах нету? Мало ли. Заходишь такой в полицейский участок, начинаешь шастать по туалетам и находишь здесь копа и говоришь: блин, мне как бы номера нужны на машину. Можно получить? Но скорее всего не здесь. Скорее всего не здесь. Добрый день. Передал преступника в участок. Эй! Вот мусорок, блин, а? Спасибо тебе за ответ, коп. Ты отличный просто полицейский. Так, ну что же мне делать, ребята? Мне надо искать, где получить права, потому что как же я без прав-то? В смысле не права, а номера. Блин, хочется номера какие-то красивые получить. Мало ли, какая-нибудь зеркалка там получит, или там три семерки, или еще что-нибудь. Так, что тут у нас такое есть? Рынок. Рынок какой-то. Ну-ка, сейчас зайдем, посмотрим, что здесь. Магазин 24 на 7. Бесплатно. Ничего себе, бесплатный магазин. Вот это офигеть. Вот это офигеть теперь. Ну-ка. Бутылка пива, пачка сиг. Я думаю, что мне нужно сейчас взять телефон. И симочку я сразу возьму. Так, сим-карта. Купить. Номер должен быть шестизначным. Номер не должен начинаться с нуля. 1-1-3-3-5-5. Понятное дело, что всякие там 7-7-0-0-0. Ну, конечно, занят. Это уж понятное дело, что он занят. Так, сим-карта. 7-5, 7-7, 7-5. Уже занят. Все красивые номера заняли, да? Хотя не знаю, что в нем красиво. Но давайте. 1-1-2-2-3-3. Полюбас тоже занят. Так, какой-нибудь номер-то мне взять. Так, 2-2-4-4. 4-4-6-6. Даже этот занят, а такой раньше у меня был номер. Сим-карта. Блин. Чё же, какой же номер-то взять, даже не знаю. 975-579. Короче, вот мой телефон, ребята. 975-579. Чё?
Как это занят? Только что было же написано, что... Подождите. Что за хрень? Вроде все нормально. Я что-то нифига не понимаю. Слишком давно не играл в криминалочку. Да, кстати, ребят, если я вдруг не сказал, то я играю на сервере Amazing. Сервер 6. Ссылочка на сервер находится в описании. Также там вы можете найти мой ник, который можно указать при регистрации. И за это мы с вами получим бонус в размере 50 тысяч виртов. Так, такси. Государство. Можно попробовать таксистом поработать, но что-то не больно хочется, если честно. Так, тут у нас что такое? Это что такое? Что за организация такая красивая? Аптека. Ну, аптека вроде мне не нужна. Давайте еще поездим, посмотрим, что здесь у нас есть красивого такого. Так, магазин. Ну, это просто, наверное, продуктовый, да? Да, 24/7, итальянская мафия. Срочно, мне говорит, в баню надо. Срочно надо в баню. На баня где у нас? Далеко, что ли, баня? GPS. Ну-ка, общественные места. Баня. А где я нахожусь? В Арзамасе же? Так, а это что такое? Это что такое? Ну-ка. Это что такое? Что за организация такая? Банк. А, банк. Не, ну банк мне не нужен. Выходим с банка. Так. Сплэш Сити. Долог один, ё-моё. Все. Вон у меня уже какие-то эти появились помидоры какие-то. Так. А чё у меня GPS-ка спала, да? Давайте еще раз. Потому что нужна баня, реально. Общественные места, баня, Арзамас. Я не помню, как этот город называется, может, он и не Арзамас вовсе. Надо почаще, побольше играть в криминалочку, чтобы все вспомнить. Текс, текс, текс. Тут нет ничего. Там нет ничего, нигде тут ничего нету. Баня будет сегодня или не будет, я что-то не понял. Так, вроде есть. Вроде баня найдена. Сейчас поворачиваю здесь просто в заносе. А в заносе, потому что у меня дрифт-пикап, ребята. Вы же знаете, что дрифт-пикап, это вам не шутки. Так. Где баня-то? Вот это, что ли, баня? Весь уже ижак я побил, но ничего не сделаешь. Так, пошли в баню. Фиг с ним. Сейчас быстренько скупанемся в баньке. Купить абонемент в баню. Так, переоделся. Ну-ка. Че тут? Какие-то... Не знаю, переодевалка какая-то. Где? Где парная? Где папа? О-о-о! Воды только по колено, жаль. Подождите, а где сама парная-то? Где попариться? О, вот она, парилочка. Попариться можно нормально здесь. Так, ну что, давайте посмотрим нид. Что там у нас? Нид. Так, туалет, очень хочет в туалет он. Или наоборот. Гигиена 8%. Так постоянно же прибавляется. Чё же проценты-то не меняются? А, ну да, вот. Короче, долго это займет времени. Ладно, ребят, я тогда останусь в бане. Здесь буду париться нормально.
пока он полностью не отмоется и как бы можно будет продолжать уже дальше. Ну а на этом эту серию я буду заканчивать. Спасибо вам за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И всем пока!